Звезда сериала «Доктор Рихтер» и экс-супруга Владимира Епифанцева познакомились на съемках комедии «Рая знает все», которую сейчас можно увидеть на канале «Россия-1». В картине они играют влюбленных, романтические и откровенные сцены актеры, недолго думая, перенесли в реальную жизнь. В последнее время Сергей и Анастасию все чаще стали замечать вместе. Работа над проектом длилась 9 месяцев, рассказали стархиту сотрудники съемочной площадки. О связи наших главных героев догадывались все. В какой-то момент просто заметили, что эмоции в кадре настоящие. Сначала они скрывали взаимную симпатию, но со временем перестали стесняться и открыто флиртовали. Говорят, что ребята съехались. Очень за них рады. У обоих уже имеется неудачный опыт семейной жизни. Надеемся, в этот раз все сложится. Напомним, Анастасия Веденская со скандалом развелась с Владимиром Епифанцевым в прошлом году. Артистка давно мечтала попрощаться с супругом, но сделать это было непросто. По словам женщины, муж не контролировал свои эмоции, а совместный быт приносил одни разочарования. Актер, в свою очередь, не поддерживал желание жены разойтись, изводил упреками и истериками. У пары подрастают двое сыновей, Гордей и Орфей. Они живут с матерью, но регулярно видятся с отцом. Жена Владимира Епифанцева требует от него регулярных выплат, в случае Сергея Губанова все прошло гладко. Артист расстался с супругой Ларисой в 2017-м, после 15 лет семейной жизни. Им удалось сохранить дружеские отношения, мужчина помогает бывшей жене и трем дочкам, которые остались с ней. Похоже, у новоиспеченной пары серьезное намерение, раз Анастасия недавно перебралась к новому возлюбленному. Бывает так, что во время съемок люди сближаются и становятся больше, чем друзьями, поделился со стархитом Сергей.